Сань, скажи мне, что такое залупа? Залупа. Это полная греть. Это... Добрый вечер, дорогие друзья. Культурная программа. Рома будет говорить мне всякие слова, и я буду догадываться, что это значит. Посмотрим, кто выиграет. Ёпт. Ёпта. Ёпта. Да, ёпта. Это мат. Ёпт твою богу душу мать. Да. Бошки. Голова, башка. Нет, это очень сленг. Бошки. Я не знаю. Помоги. Ну есть бошки, шишки. Ты любишь очень. Бошки? Я очень люблю бошки. Ну не очень, но иногда любишь. Рок-н-ролл. Пить. Курить. Это что, курить? А, подожди, это самое, это банг? No? Бошки – это шишки, а шишки – это марихуана. Да, я люблю, я любитель. Я фанат. О да, я в восторге. Бошки. В этом месте я очень полюбила бошки. Автострада. Автострада. Страдает. Звезда такая, которая страдает. Пусть будет так, Сонечка. Носопырка. 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 Это аппарат, с которым ты ложишь свой нос. Зачем-то. Да? Давай просто будем идти дальше, а люди сами тебе потом напишут, что правильно, что нет. Такие слова ужасные лезут. Хорошо, сарделька. Ну, как сосиска. А откуда ты это знаешь? Еда. Сарделька для меня именно вот есть сосиска, а есть сейчас будет пошлый юмор. Но вот именно сарделька для меня это такое какое-то все. Знаешь, такое слово есть на П? Какое? Окей, ну понятно. Ну сарделька, она, ну, трактор. Мой папа продает тракторы, откуда я могу не знать слово трактор? Я хочу, чтобы меня звали трактор. 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 То есть у тебя папа продает трактор. Йоу, как это круто звучит, у меня папа продает трактор. Ну так и есть. Йоу, трактор, это как аттракционы даже. Да, да. Жгутик. Человек, который жжет. Почему у тебя все, как будто я людей описываю? Ну потому что слова. Русский сленг такой, что... Нет, мы же не полностью сленг. Сленг русский. Это все такое. Но когда Соня говорит вот так вот чисто по-русски, мы идем там где-нибудь в магазине, и когда она вот так вот, сука! Вот это очень круто. Да, честно, от нее слышишь, меня запикано там все будет, но когда Соня это произносит, ты можешь один раз ради меня тихо вот сказать слово? Что? Так, знаешь, серьезным лицом так вот это слово. Сука. Сленг, да, что-то такое? Подростковый такой. Подростковый или постарше уже? Нет. Фалафель. Фалафель? Еда фалафель? Да. Мокрица. Мокрица. Это птица фу, такая. Фу. Это такая... Нет такой птицы. Фу, если бы такие летали еще. Дракон, я не знаю что. Это насекомое такое. Оно такое еще ужасное. Такое, как скалопендра есть еще. Баребух. Вот что это может быть? Знаешь, вот эти вот, ну это не животные, не что, но это может быть связано с тем, что вот обильная волосатость, да, то есть есть какая-то присутствует, и как вот у тебя слабый метаболизм писи, у кого-то бывает сильная волосатость, причем и сзади, и вот, и оно, вот эта вот часть, вот, чтобы вот подсказать, баребух это вот такое, ну как бы вот, ну как вот волосы с чем-то вот. Зачем? Зачем ты думаешь эти слова? Черемуха. Черемуха. Чебурашка такая. Кретин. Come on. Ну дурак. Ну подожди. Кретин. Дальше. Дальше идем постепенно. Паскуда. Ну я тоже знаю, что такое. Откуда? Ну потому что у меня есть родители. Олух. Олух. Я не знаю. Я сейчас посмотрел на дверь так же сексуально, как на Соню, чтобы вы потом не писали в комментариях, он так сексуально смотрит на Соню. Иногда с Соней сидишь, кушаешь, разговариваешь на какую-то тему вообще, что-то говоришь, какие-то мысли, и Соня отвечает вообще про другое. И такой диалог, получается, ты что-то одно, а Соня отвечает вообще другое, и ты сидишь, не знаешь даже, как реагировать. Гадина. Ну, плохое. Гадина, фу. Следующее слово. Комедон. Комедон? Да, это русское слово. Комедон. И у тебя тоже это есть. У всех есть. Ногти? Ну вы все же знаете, волосы. Да, что такое комедон? Ты можешь снять свою кожу.
Ты можешь клеймаск намазать, и у тебя не будет комедона. Черные точки? Да. Ну, всякая какая-нибудь. Да. Что такое шалава? Шалава – это женщина такая, которая… Ну, вот эта женщина, которая на букву «Б» – то же самое, что да. и шалава. Да, вот это шалава, да? Она шалава. Она красивенькая, но не обязательно. Ну понятно. Вот она шалава, да? Почему? Ну, потому что их два. Оу. Окей, Соня, что значит очуметь? Очуметь. Типа, очуметь, когда это самое... Боже, как вообще здесь сижу сейчас? Это что такое дрожжи? Дрожжи. Когда ты дрожишь, тебе очень холодно. Дрожжи у тебя. Да, правильно. Серьезно? Ты угадала. Е-е-е-е. Когда ты будешь на улице, ты кому-нибудь подойди, что-то я, у меня дрожжи. У меня щи и дрожжи. Няка. Няка. Как няшка такая. Няка. Няка, кавай. Кавай. Давай дальше. Кавай. Да, нафталинчик. Мандаринчик такой. Гангрена. Гречка такая. Не знаю, что. Это полная гречка. Хунтей. Хунгуй. Чумкуй. Чумчуй. Педро. Это какой жопа язык? Жопа с ведро. Мусаб. Давай пару слов от меня уже, я не могу это читать. Вы больные, да? Вы вообще больные уже, такие, что все. Соня, скажи мне, что такое залупа? Залупа. Залупа. Тебе показать? Да. Показывай. Залупа. Что ты думаешь, что это, прежде чем ты это увидишь? Залупа. Это ничего плохого, это нет, на самом деле, смешного. Это за чем-то. За лупой, да? Ну тогда мы заканчиваем здесь видео. На самом деле, я не хочу так жестко к вам обращаться. Подписывайтесь на канал Сони. Обязательно. Не важно, что вы уже на него подписывались. У меня компьютер сломался. Отлично, да. Купила я его 3 недели назад. До свидания.